Затопило подвал, нет воды, не убирают мусор с придомовых территорий. Куда обратиться, когда, казалось бы, помощи ждать уже неоткуда? Горячая линия администрации Щелковского района – действенный инструмент в решении наболевших проблем. Вот и жители дома номер 8 на улице Талсинской обратились с жалобой на затопленный подвал. Алексей Валов в ситуации решил разобраться на месте. Основная жалоба – то, что постоянно льет в подвал. Просто не грунтовые воды, а льет в подвал, потому что трубы рвутся. Затем дом не был подготовлен к отоплению. По словам жителей, вода в подвале давно, едва ли не с того момента, когда дом был сдан в эксплуатацию. Из-за повышенной влажности у здания сыреют стены и трескаются межпанельные швы, в результате чего в квартирах жильцов гуляют сквозняки. Алексей Валов решил лично осмотреть подвальное помещение дома. Мусор, застой воды и ржавые трубы. Жители негодуют, гнилые коммуникации за последний год несколько раз давали течь. Но ни одна управляющая компания, ни бывшая жилкомсервис управления, ни нынешняя ДСЖКХ трубы не меняют. Сейчас осметят меня за неделю, определимся с точки финансирования, какой, скорее всего, будет небюджетный. И приступаем к вам к холодному водоснабжению, замене лежака холодного водоснабжения с подводом к стоякам. При этом у вас, соответственно, подвал они за эту неделю должны весь осушить. И когда поменяют трубу, я уверен, что у вас не будет там болота. Выехал Алексей Валов по еще одному адресу в гостиный переулок, дом 3. Местная жительница обращалась на горячую линию администрации Щелковского района с жалобой на слабый напор воды. Для решения проблемы достаточно прочистить стояк. Да вот только доступа к квартире, которая находится этажом ниже, у коммунальщиков нет. Хозяева здесь не живут, появляются редко. Алексей Валов поручил исправить ситуацию в течение недели. Что по одному адресу, что по другому адресу, сплошной негатив к работе управляющей компании, и к прежней управляющей компании, и тем, которые сейчас зашли. Будем жестче требовать, жестче спрашивать. Я еще раз говорю, добьемся такого, когда появится действительно управляющая компания, у которых есть и профессиональное начало, и совесть, и отношения поменяют они к жителям. Надо работать, в любом случае этого добьемся. Придут они. Так жалобы, поступившие на горячую линию, без внимания не останутся. Достаточно позвонить по телефону 56-674-91 и сообщить о проблеме. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».